Друзья, мы с вами находимся в Мерсине, и это все клубника, потому что здесь столица клубника уже подготовить, только что посадили недавно здесь, и здесь экология действительно очень чистая, очень морской воздух, очень хорошо продувает, друзья. Поэтому я вам хочу сказать, друзья, если вы просто ищите, где можно жить, если вы думаете, как можно свою жизнь в хорошую сторону менять, если вы ищете красивый, хороший песчаный пляж, друзья, безопасный пляж для своих детей, для пожилых людей, это в городе Мерсин, друзья. Как раз хочу отметить, друзья, в Мерсине есть район Ташуджу, самый лучший пляж в мире, друзья. Это район Ташуджу и улица Кумахалиси, друзья. Это самый лучший второй пляж в мире. Это уже есть такой. Итак, друзья, теперь мы с вами где находимся? Находимся в район Тёмик. Здесь есть такой эксклюзивный продажа. Очень интересный проект есть. Очень хорошо место расположения, друзья. Действительно. Впереди центральная дорога в районе Тёмик, друзья. Вот это центральная дорога, это вторая линия. И море 250 метров. Море тоже недалеко, друзья. И богатая инфраструктура, конечно, есть скрытый бассейн. Нет, не скрытый бассейн, открытый бассейн есть. Есть детский бассейн, горки, баскетбольная площадка есть. Огромный, большой. Парковочное место и сад тоже есть, друзья, 24 часа, охрана есть. 1+1, друзья, 70 квадратный метр, 2+1, 114 квадратный метр. В самом деле, друзья, я вам хочу отметить, много людей сейчас, 90% людей покупают недвижимость на стадии стройка, потому что на стадии стройка есть такой возможность, друзья, беспроцентная рассрочка. В 2023 году, в конце марта, заканчивается этот проект, и почти 2 года беспроцентная рассрочка, первый внос 30%, и очень интересный проект, впереди открыто, поэтому очень хорошо продувает, друзья, огромный большой сад. Еще я вам хочу сказать, друзья, пока цена очень доступная, пока на стадии стройка, и вы можете это тоже использовать, потому что в Мерсине недвижимость тоже очень сильно дорожает, друзья. Есть такой выбор, если вы к нам обращаетесь, мы вам отправим через Viber, WhatsApp и Telegram прайс-лист. Вы можете посмотреть, уже там много продано, друзья, много продано. Вы можете посмотреть, в каком блоке что-то осталось, а блок полностью 2+1, B блок полностью 1+1, друзья. Так что проект очень красивый, и самое главное, место расположения отлично, друзья. Перед море, вид на море после 5-этажа, и перед вот эта дорога всегда будет движение, друзья. Эта дорога здесь даже банк откроется, потом если нотариус, если сейчас в данный момент ресторан, кафе и есть продуктовый магазин BIM A101 и Migros, друзья. Это центральная дорога будет, это говорит о том, что ваш недвижимость будет еще дороже, друзья, из-за места расположения. Так что давайте немножко вот это подробности посмотрим и потом еще увидимся.
очень часто думаю, друзья, почему человек хочет свою жизнь менять. Для чего? Правда. Вот я наблюдаю, смотрю, кто сюда приезжает, спрашиваю для себя, для информации. Много людей приезжают из-за своего здоровья. Потом много людей, они решают, что думают, что турецкое государство – это очень надежное государство, они хотят здесь инвестировать. Поэтому я вам говорю, Мерсин – это инвестиционный город. Так что, действительно, наш государственный, друзья, это надежный, современный и демократический страна, Турция, друзья. Об этом вообще не сомневайтесь. Турция – это очень надежная страна. Так что, безопасная страна. Даже среди ночи, если вы будете ходить, где-то никто никому не трогает, друзья. Если вы даже свои машины оставляете на улице, куда-то поедете, через неделю приедете, ваша машина на месте стоит. Так что, поэтому мы местные иногда удивляемся, как-то сюда иностранцы приезжают, их реакция нам интересно, их реакция нас удивляет, друзья. Поэтому как-то вы сюда приедете, принимайте наши законы, друзья. Как есть, так живите. Здесь действительно для здоровья очень хорошо. Особенно город Мерсин, друзья. Как вы видели, вот Тюмюке пляж очень хорошо. Тюмюк своим пляжем очень известный, хороший пляж, друзья. Поэтому я вам хочу сказать, друзья, это проект, как вы видели, такой красивый, хороший. Наружу еще планировка очень удобна. Богатая инфраструктура, еще очень красивый сад и море близкие. И очень хорошо место расположения, друзья. Я вам всегда говорю, как-то... Если вы хотите потом перепродавать, если вы хотите потом сдавать свою аренду, свою квартиру для аренды, очень важно, где и за сколько вы покупаете. Доступная недвижимость в Мерсине, еще очень хорошее место расположения. Если хотите потом перепродавать, 100% будете зарабатывать, друзья. Зарабатывать именно много людей. Даже некоторые Алания, Анталия живут, но выкладывают свои деньги в Мерсине, друзья, потому что достаточно доступная цена. Если есть у вас какой-то вопрос, друзья, всегда я с вами на связи, пишите, звоните. Как владелец компании Arbotoms, я индивидуально, лично с вами можем поговорить, друзья. Так что желаю вам счастья, удачи, берегите себя. Любите себе, если это проект вам интересно, можем отправить прайс-лист. Всем пока-пока.